Сегодня вне конкурса, но надеемся дальше, основные участники и будущие чемпионы школьной лиги КВН. Команда КВН «Пингвины», Пензенский колледж информационных и промышленных технологий. Встречаем аплодисментами. Здравствуйте! На сцене команда из далекой-далекой галактики. Нам сказали, что на КВН нужны талантливые люди. Но вот, когда все отказались, на сцене мы. И сегодня за нас играют Чубакка. И ремонтный дроид R2-D2. А это Андрей. Привет, Андрей. На самом деле, он очень накачанный и богатый парень. Просто его заколдовала злая волшебница. Чё, правда? Ну, он так трек девочек склеил. Ребят, недавно познакомился с девушкой. Сказала, позвонит, когда придет домой. Ну и? Ну, она, кажись, бездомная. Недавно Андрей на животе набил татуировку Джессики Альбы, но с каждым днем она все больше походит на Лолиту. Вот крыса. А это Артем. А я просто жив. Недавно он переехал под лестницу и теперь ждет письмо из Хогвартса. Но пока что приходит только счета за электричество. А я абонемент в спортзал купил. Ну и как оно, Артем? Ну, наконец-то есть место, где я могу помыться. Вообще, мы должны были выступать в сливках. Но, к сожалению, Андрей не сдержался и всех облизал. Вообще, мы самая музыкальная команда на КВН. Просто перед выступлением мы колокольчик выпили. Спонсор нашего выступления – магазин «Узбекистан». Магазин «Узбекистан». Только там выплачивают стабильно зарплату. Ага, финиками. А сейчас наш коронный номер. Ребят, стоп, давайте по-нормальному. Не, но если по-нормальному, то закончить бы хотелось одной народной мудростью. Однажды в дом мудрецу пришли вера, надежда и любовь, но остаться с ним могла только одна. Вера обещала, что мудреца никогда не опустятся руки. Надежда, то, что будет идти к своей цели, невзирая ни на что. А любовь? А любовь? Успенская. Такие уникальные, самобытные команды КВН «Пингвины». Давайте еще раз им поаплодируем. Дебют на КВНовской сцене.